Виноград сорта Лора. Данный куст посажен в теплицу в 2014 году. В этом году это уже второе полноценное плодоношение. Урожай пока скромный. Где-то 7 кистей, грамм по 300. Вот. Могло быть больше, но пока небольшой запас многолетней древесины. Побеги у этого сорта в моих условиях достаточно тонкие, поэтому постепенно набирают сил. Вкус очень приятный, гармоничный. На конец августа сахаристость ягод 16 брикс. Данные кисти были обработаны гиберлиновой кислотой для получения бессемянных ягод. Сорт, в принципе, достаточно беспроблемный. Единственное, вот тонковата лоза и достаточно слаборослый в моих условиях сорт. Поэтому урожай пока небольшой. Но я думаю, со временем я ему отведу побольше места на шпалере. Запас древесины увеличится и урожайность повысится.